Здравствуйте, дорогие друзья. Присоединяйтесь к нашей новой обновленной трансляции. Сейчас встреча команды «Триумф» и команды «Old Friends». На самом-то деле «Old Friends» в этом сезоне опустились низко. И все благодаря тому, что проблемы с составом стабильно будут присутствовать на этот сезон. Часть игроков на травмах, часть отвалилась, и, в принципе, никогда не было огромного сбора. Ну, давайте в составы пройдемся, потому что только что уже с первых секунд был опасный момент, и сложилось впечатление, что Old Friends были не готовы к такому запуску со стороны соперника. Итак, друзья, в составе команды «Триумф» Кунда, Егор на воротах, Буга, Роман, Андреев, Максим, Тучков, Василий, Нокл, Владислав, Гузенко Александр, Ахмадов Данила и Крусян Саша. В составе же команды Old Friends, не дай беда, Дмитрий, Кириенко Анатолий, Ведмеденко Алексей, Павленко Александр, Гордеев Сергей, Саржинский Вадим, Искра Дмитрий и Карпук Игорь. Крусян хорошо на скорости убегает и неприятнейший рикошет. Едва ли вот так не забивает первый мяч на контрдвижении. Тут прям, не дай беду, проверили. Видно, что с коленом там какие-то трудности были в тот момент. И вот так «Триумф», друзья, первый открывает счет. Александр Крусян забивает с передачи Буги. Кстати говоря, был близок уже к этому. И вот все-таки добился. Нашел свой мяч. Гордеев, не до беда. Крусян. Ну вот хотелось отметить тот факт, что Павленко достаточно быстрый игрок, очень хорошо умеет ускоряться, ну, прошлое в Атлетике. И вот Крусян Саша тоже один из быстрейших игроков команды «Триумф», «Триумф-2», но я в «Триумфе-2» он не заявлен, тем не менее, я думаю, что рывки друг другу в этом матче смогут где-то найти совместно и определиться, кто же быстрее. Гордеев. Саржинский. Хороший обыгрыш от Вадима. Вадим играет шире на Искру. Левой ногой тут просился пас, мне кажется. И мы его не увидели. В принципе, Роман Буга. Тучков Василий. Не дай беда, Анна Ведмеденко. Гордеев. Саржинский. Как-то растерянно и слегка неуверенно выглядит такие моменты Old Friends. Что вы скажете на этот счет? Мне кажется, так не пойдет играть Old Friends против «Триумфа». Может быть, какой-то был дизморальный и настрой специфический на соперника, мол, играли они всегда в лиге пониже, и зачем настраиваться, не знаю, но это не похоже вовсе на Old Friends. Саржинский Вадим. Гордеев. Искра. Небрежная передача. Крусян. Приводит на Тучкова. Снова Крусян. Саша чудо-контроль показывал. Буга. Ну, тут уже какая-то легкая феерия. Искра. Ударная позиция у Искры. Ведмеденко. Снова Искра. Зачем настолько близко сближаться было с Егором Кундой, мне, честно говоря, непонятно. Ведмеденко.
Ну, шире, кому? Не ну нас, блядь, ребят! Назад! Вы назад! Кто устал, можно смену давай. Курсиан. Кто поможет? Я с тобой. Саня, с тобой. Курсиан, отличная фиксация от недой беды на заглядение, честно говоря, в таких моментах. Дима действует. А тут и проверка на реакцию судьи. Курсиан. Саня сзади два. Курсиан. Тучков. Буга. Хорошо. Неплохие переступы мы видим. Тахмадова. Правда, после отбор состоялся от All Friends и не завладели мячом толком. Ну а триумф продолжает давить. Тахмадов. Как-то много сегодня индивидуально пробуют играть против Old Friends. Непонятно почему. Саржинский. Навязал прессинг Роман Буга, капитан команды и организатор триумфа. Угловой. Леха есть! Леха есть! Тучков. Ахмадов на Курсиана. Хороший прострел от Александра. Вот как раз и встретились Павленко и Курсиан. Под каблук от Ведмеденко. Павленко переводит на Гордеева. Ширины не хватает сейчас команде Old Friends. Мне кажется, это проблема. Тучков. Хороший силовой удар, сейв все же от «не дай беды» был. Открытый достаточно футбол и весьма интересный. Сильно с носка от Павленко, Кунда со второй попытки зафиксировал мяч. Курсиан, Ахмадов. Рома, Вадик на нашем воде, я за местами. Андреев, ух, далеко улетает мяч. Дам. Искра. Павленко. Приходилось останавливаться очень быстро. Искра. Карпук попробовал пробить. Отойди. Игровой момент. Попроси теннисистов подать просто. Просто подать. Оттянули! Сань, все время с ним. Все с ним все время, Сань. Буга. Чков Василий. Андреев. Дай. Андреев. Ахмадов. Сели. Не дай беда. А, как прочитал его тут Ахмадов. Хорош, хорош. Хорош, дай, садись. Комфортно себя чувствует в индивидуальной игре против команды Old Friends Triumph. Я вам скажу, что с такой игрой они фавориты этой встречи. Но опыт есть у Old Friends, и мы видим сейчас прекрасный пас от Саржинского. Искра левой ногой все же забивает дальнюю штангу и говорит, что мы дадим бой. Давай, ничего.
Пацаны, больше движений. Тучков. На кул. Отыграл на Андреева. Тучков ошибается. Павленко в середине. Саржинский. Видит Павленко. И как быстро. 2-1 оформляет сейчас Old Friends. Максим, впереди шукай момент, тут не нужен ты сзади, что не бачишь? Иди, иди вперед, иди шукай, туда не підстрахує, иди вперед, а я зараз там играю, тільки там. Вот так, шукай. Хороший. Наш, наш, наш. Шукайте моменты впереди, Владик, Максим. Мать его, блядь, да что ты такое, блядь? Павленко. Карпук. Саржинский. Хорошо по пробке катнул Игорю. Бля, пацанчики, вы что не бачите, что, блядь, разрывы? Вы видите, как много чего робить. Раз, два надо. Раз, два. Раз, два. Андрей. Тучков. Надежды Пасхути и поперечный. Очень хороший отбор у Игоря Карпука. Может быть, в атакующих действиях он не так полезен, но вот касательно игры в отборе мне нравится. Хороший пас туда, прям вот в коридорчик узкий. Отправляет мяч Ведмеденко, и могла быть достаточно опасная атака. Сейчас комфортнее по сценарию такому играть команде Old Friends, это чувствуется. И... Павленко. Давай. Ведмеденко. Ой, бля. Бежит игрок, Максим. Бежит игрок, шестерка бежит. Забирай. Кто там? Алексей Ведмеденко. Гордеев. Сам стоит. Саржинский. Ведмеденко. Кунда. Тучков. Ахмадов хорошо навешивает. На кол. Соберите, пацанчики, где моменты? Соберите, вам тут дают моменты. Реализовывайте. Сань, левая рука, Сань. Реализовывайте. Саржинский. Бежи влево. Пусти дальнюю, дальнюю день дать. Ахмадов. Здорово. Центр. Эх, нашим тайм-аут. Дай, Даня, хорошо. Саня, выше. Ахмадов. Давай, давай. Тучков. Тайм-аут. Тайм-аут. Ну а что же у нас в комментариях сейчас? Друзья, я не знаю, напишите, как вы считаете, кто будет победителем этой встречи. Я лишь напомню, что 2-1 выигрывает команда Old Friends. И сейчас Триумфу приходится перестраиваться. Перестраиваться, потому что начали они явно лучше, интереснее игра смотрелась, но после Old Friends как будто адаптировались к футболу, к какому-то такому более молодежному и индивидуальному от Триумфа и смогли навязать свою игру. Вот как раз-таки, когда они навязали свою игру, они снова мне напомнили старых добрых друзей. Были у нас комментарии
на прошлой неделе. Почему команда Old Friends, Real Friends и еще одна с похожим названием не участвует в одной лиге? Old School. Вот. Мы сказали, конечно, что разный уровень, но тем не менее очень забавно было бы такие пересекающиеся коллективы по названию. Ахмадов, Крусян, Ведмеденко. Не достает этот мяч Гордеев. И вот аута для команды «Триумф». Гузенко. Сегодня утро достаточно такое прохладное было. Если кто-то вставал рано, я вставал в 5 утра случайно. Прям холодно было на улице. Но погода настолько изменилась днем. Сейчас идеально, мне кажется, играть в футбол. Просто идеально. Павленко открывается, растягивая зону, а обработает для такую передачу. Скорее в минус обработал. Иска пошел на подстраховку. И теперь 3-2 от «Триумфа». Сейв. Сейв от «Не дай беды». Симпатично. Здорово. Давай, давай, пацанчик. Поле, поле, поле. Стоим, давай, давай. Хорошо, дай. Гордеев, Ведмеденко. Давай, Вася, да. Искра. Пучков. Дай ему. Надо было Сане справа, Вася. Опасный мог быть стейк. Кунда вообще бесстрашен здесь. Крусян. Гузенко. Тучков. Ахмадов. Давай, доставай, молодец. Давай, давай. Давай, Саша, твой. Даня, я Вася. В центре я Саня. Тучков. Кунда. Время, время. Георка. Вратарю не можем. Да, да. Нет, Георгий. Хорош, Сань. И в пицепе в центре. Сел назад. Ведмеденко. Гордеев. Жми, жми. План, Сань, план. Хорошо, Сань, все, так и будь знаешь. Не дай беда. Убегай, убегай, убегай. Вася, сиди, Вася. Искра, Ведмеденко. Хорошо, дальше собрал на себе двоих, отдал на Диму. Дима бьет, неудобно для Кунды. Павленко дублирующий удар, и Крусян может убежать. У него есть скоростные качества. Как легко убегает и при этом не забивает. Бьет все же выше ворот. Отличные спринтерские качества. Саня, два, два. Даня, Даня, Даня. Очень важно, хорошо. Поступил на комментариях. Мадов лучший. Наталья Хандра. Это, наверное, друг или брат, возможно. Данилы. Ну, валил как раз он здесь сейчас, в середине поля. Просьба вернуть мяч на базу. Кунда кричал я. Как неуверенно-то это выглядело. Ай-яй-яй, Андреев, Крустян, и тут не поспеет за таким пасом. Ну, переоценили скоростные качества Данила, мне кажется, здесь слишком переоценили. Даже я бы так, наверное, отметил. Алексей Ведмеденко. Хорош, Алексей. Давай, вставай, вставай, вставай. Назад, назад, назад. Тише, давай, ты типа сыпай. Не дай беда. Ничего. У нас фол, друзья, и штрафной, который может немножко изменить ход игры. Сейчас 2 минуты до конца на данный момент. До конца первого тайма. Для тех, кто только присоединился, может, они не видели, но второй тайм куда важнее. Хорош, хорош, хорош. Я напомню, 3 замены и там, и там. У обоих коллективов.
Бугараман. Отыгрывает на Ахмадова. Ахмадов навешивает отлично на Рому, вырезая вот такую передачу, не до беда. Ведмеденко. Карпук. Саржинский. Леш, последний. Снова Ведмеденко. Какая комбинация. Игорь Карпук забивает сейчас передачи Алексея Ведмеденко. Гуга. Кусян. Ахмадов. Андреев. Да, не хватает ударов. Вот после какой-то такой позиционной обороны, наверное, да, от Олфренса сейчас стало не хватать ударов. Саржинский, Черпачок, Искра. Хороший рывок от Искры. Чуточку не хватает здесь времени, да, сохранить мяч, так скажем. 10 секунд, Сезар! Ахмадов. Саня, твою? Прозвучал свисток, и вот мы подобрали их ко второму тайму, к 20 минутам. Тучков. Тучков. Ахмадов играл на Тучкова по диагонали, хорошо. Ведмеденко. Опасно. Егор там, как я понимаю, немножко повреждение, наверное, все же небольшое. Получил пальца, но сможет продолжать однозначно. Ахмадов. Снова Ахмадов. Гуга. Ахмадов. Ну,
Небольшое повреждение у Саржинского. Вадя, может, поменяешься? Пока теплее. Гордеев. Сложный пас, он проходит на Павленко. Центр есть, центр. На эмоциях отдавал эту передачу Гордеев. Задумка правильная. Ахмадов. А мяч возвращается забавным образом. Смен голкипера во втором тайме. Павленко. Кириенко стал на ворота. Ахмадов. Тычков. Саржинский. Ведмеденко как-то крайне неудобно, честно говоря, сам себе обрисовал ситуацию и в итоге и действовал в каком-то таком сценарии. Друзья, мне кажется, можно было больше. Видимо, усталость, видимо, не восстановился, вышел. И в итоге это сказалось. Саржинский. Шире, в центре, один ниже. Выбей. Просто выбей. Просто сваливается у Киренко мяч с ноги в данном случае. Содержать. Буга. Беденко, какой заброс интересный делал на Павленко. Тучков высокорослый, достает. Был бы сантиметров на 10 пониже, даже с прыжка сложно было бы уже в таком ходу как-то дотянуться до передач. Забавные, но очень острые удары, прямые от Павленко. Как-то так по-своему подстраивает он резкий хлесткий удар. Саржинский. Шире. Дал движение. Вот такой заброс черпачком. Свой, своего. Тут попадает. Кунда крикнул я и помял. Там Крусяна Александра чуть-чуть. Ахмадов. Скоростной спринт был только что от Павленко и Крусяна. Карпов. Тучков. Буга. И вот отбор Карпука, про который я говорил, что очень хорошо и стабильно, в принципе, играет в отборе. Павленко. Крусян. Крусян с левой ноги. Кириенко выручает сейчас. Ну и вынужденный Алексей Ведмеденко просто выбивать мяч. Даже подумать там на самом-то деле времени не было. В аут или в сторону, скорее, углового. Угловой для триумфа. Как они им воспользовались, честно говоря, никак. Саш, забеги. Шире, шире. Хорош, хорош. Ты что так?
Димон, последний. Дим, последний. Саш, внимательно дальше. Хороший отбор от Саржинского. Павленко. Разобрали. Саржинский. Саш, последний. Последний, не забывай. Дальше, ну разберите. Последний, это первый с конца. Хорошо, дай. Саш, постановка. Давай, давай. Дальня, Саш, дальня. Проходи! Саш, успей. Хрусян. Хрусян. Оля, молодец. Делал сейв Кириенко. Труд это все-таки был для голкипера, я думаю. Тем не менее, сейв был. И фол от Андреева в центре поля. Передержали по времени после того, как отсчет пошел. Долго, откровенно говоря, долго наносили этот удар. Ты видел, что ты сыграл? Вадик, Вадик, твой, да! Я поздравляю. Мана, Максим! Ахмадов. Ваня, не прыгай вообще. Крусян. Стой. На своей встречаем. Андреев, снова Крусян. Двигаемся, пацаны. Пацаны. Там дальний конец. Дальний. Вадя, стой. Это твой. Дальний, Димон. О, крутой. Бери, Максим. Я видел, да. Пацаны, нема движения, нема движения. Под ударом, Вадь. Вадик, вот. Саша, вот удар. Саш, Вадик. Саня. Вадик, готовься блокировать. Лево, лево! Очень важно было Вадиму здесь отдать передачу, но не смог он. Вроде бы делал все правильно, но не смог. Крусян. Ну а кто дальний? Максим, твоя игра дальняя, Максим. Забивает Александр Крусян. Волевой мяч полностью сам заработал, сам заслужил, сам оформил. Давай, давай, Пасик, давай. Кунда. Ахмадов. Гордеев отыграл на Саржинского, снова Гордеев. Куга. Андреев. Кириенко бросает на второго номера Гордеева. Ахмадов. Не прыгай на него. Дальний. Заброс идеальный для Искры. Вот он один на один выход. Нет, это не тянет, друзья, на точку в данном случае. И перекат делал неправильно. Дмитрий Искра, мне кажется, замаха полноценного не было. Какой пас отдает Саржинский. А вот тут жестко от Кунды. Это точка прямая, друзья. Я полностью согласен с судьей.
Леша, пробей. Сейчас Саня будет переломан. Добрый день. Давайте замену. Замену. Сильный удар от Алексея Ведмеденко, и это забитый мяч. Еще один. Санечка. Искра. Ходим. Рома. Давай. Карпок. Странный черпачок, тем не менее удобно для Алексея Ведмеденко. Назад. Саржинский. Дима, вытягивайся. Ведмеденко, Саржинский. Зачем-то в атаку сейчас устремляется Old Friends. Это повод команде «Триумф» уйти в контратаку. 4-2, казалось бы, счет комфортный. Ахмадов. Крусян. Ахмадов поборолся, ну и тем самым на самом-то деле остановил Саржинского от возможного выхода на одного защитника. Дали. Леша, принимай. Ведмеденко. Ахмадов. Супер шанс для Андреева и не попадает. Ну, Максим на самом-то деле, мне кажется, бил даже на исполнение. Просто не задалось в данном случае. Поля, поля, поля. Саня, сюда, Саня. Буга. Некому отдавать передачу. Вот с одержкой Тучков делал этот рывок. Все же потихонечку усталость и к «Триумфу» пришла, мне кажется. Ведмеденко, Саржинский, снова Ведмеденко. Гордеев. Просит команда «Триумф» тайм-аут. Просто там с более свободной зоной я уже. Просто когда уже замкнулся и пометил, куда будешь резать, остановись. Хорош, хороший.
Ахмадов. Вдвоем на одного не надо. Тучков. Надо высоко. Выше, Сань. Хрусян. Вадя, Вадя, уходит. Вадя, Вадя. Подскальзывается Александр Хрусян, Гвардия, Ведмеденко. Саня, ты сильный играть. Ахмадов выдает классный пас на Крусиана, а туда не подключился Данила. Есть контратака от Old Friends. Ахмадов. Тычков. Хрусян на Ахмадова. Сильно, хорошо, не точно. Не первый удар, вот, который не попадает в сторону ворот. Когда надо, когда важно. Саня. Назад. Павленко. Гордеев. Кунда. Нет, не примет такой мяч Тучков. Саня, не уходи, не уходи. Там выше прижимай. Да, Саня, семерка. Вася, семерка сзади. Саня. Гордеев. На опережение Ахмадов. Но Гордеев ответной монетой здесь смог расплатиться. Кириенко, Гордеев. Ведмеденко, Павленко. Ахмадов. Гузенко. Диагональ не проходит. Алексей ускоряется через центр. Ну и по ноге, по ахиллу, как я понимаю, попадает в этой ситуации в центре поля. И за 120 секунд до конца логичнее не спешить в атаке команде All Friends. Все же больше контролировать мяч. Результат важнее всего. Но тут какая-то неловкая ошибка. Крусян. Кириенко. Вбрасывает на Павленко. Ведмеденко, Алексей. Дальше! Гордеев, Черпачок. Да нет, сыграй с ним стеночкой, все. Ахмадов не идеально принял, но справился с тем, чтобы сохранить мяч для своего коллектива. Блять, предлагайтесь, минута. Ахмадов. Очень достойно смотрелись триумфы этой встречи против Old Friends, но мне кажется, секрет успеха – это опытности в этой встрече. Заварился чай. И Old Friends – вот как раз тот чай, который не сразу заваривается, адаптировались, подстроились и смогли сыграть свой футбол. Непростая игра для Салатовых, но триумф, я думаю, им стоит пересмотреть матч и сделать вывод какой-то над ошибками. Ведь вбегали в зону они хорошо. Били много. Двигались неплохо. Чего-то просто не хватило. Я не могу сказать, что они двигались хуже, чем Old Friends. Но в комбинационном плане они точно проиграли. Тучков.
Ахмадов. Ой, да ладно, звонить начал. Кириенко выручает. Еще один дублирующий удар. Можно закончить эту атаку забитым, сократив до одного. Но этот удар скорее больше похож на отчаяние. Кириенко. Игорь, удар! И вот он свисток, друзья. Это победа команды Old Friend 4-2, с чем мы их и поздравляем.